Всем привет! Вот у нас растет тыква карликовая, ползет вот так наверх. И вот пледик, цветочки вот такие забубенные. Так, сейчас уже осень, так что макушку прищепим, а осень дорастет за 2 месяца. Вот. Желтенькая. Это магазинная. Из семян. Магазинная тыква. Забыл название. Вот еще у нас тут растет кабачок. 2 штука. Первое я уже съел. Показывал видос. Еще кабачки завязываются. Тыква. Листочки обрываем. Горох весь пожух от жары. Вот самое прикольное, конечно, вот эти семена от салата. Знаете, что у нас, редька, что ли? Что я сажал, уже не помню. Цветет. Для редиска. О, помидор как был мелким, так и остался. Ну вот, семена еще не дозрели, а вот это у нас горчица, семена вызрели. Ну, горчицу пожую. Ну да, горчица. Вот сколько семян-то. О. Это надо все забирать. Собирать. Но это не потом оставлю. Колодец тут. Время еще есть. Бархотки. Вот как бы так. Это у нас атлант, малинка крупная, все лето так вымахало. Ну, саженец в магазине покупал, это не атлант, можно рвать. А то вот ежевика ремонтантная из черенков вымахала. Вот один листочек, вот второй весной сажал, кто-то под осень сажает. Экспериментируйте. Под землю где-то 2 сантиметра закопал, зашло, гусеницы жрали, сходило больше. Ну, корневище дало. Как бы так. Всё, кому понравился этот видос, подписка, лайк,